велокомпьютер на базе Atmega 328 и цветного дисплея 320 на 240. По умолчанию находится в ждущем режиме, где потребляет порядка 100 микроампер. А включается он либо по сигналу от датчиков, закрепленных на колесе и на педалях, либо по нажатию одной из кнопок. А так выглядит основной экран. Мы видим здесь три параметра. Текущая скорость, например, длина трека и средняя скорость за поездку. А второй и третий параметр, которые отображены чуть более мелкими цифрами, переключается, соответственно, кнопками 2, либо кнопкой 3. А на данный момент поддерживается общая дистанция, пройденная велосипедом, время текущей поездки, средняя скорость за поездку, частота вращения педалей в оборотах в минуту, он же каденс, и длительность текущей поездки. Но набор параметров вполне возможно будет расширяться в будущем. А скорость отображается всегда крупными цифрами. А при нажатии кнопки 3 более 1 секунды сбрасывается текущий счетчик для текущей поездки. То есть расстояние, время и все прочее. А вторая кнопка длительным нажатием можно поставить на паузу отсчет времени текущей поездки. Первая кнопка при длительном нажатии — это вход в режим настроек, где можно настроить тайм-аут ухода в ждущий режим, длина колеса, окружность колеса, и, соответственно, есть еще такой параметр, как режим цветовой. Либо все белое по черному, либо все черное по белому, либо цветной режим, в котором у каждого параметра свой собственный цвет. К сожалению, камера не очень хорошая, поэтому не все так здорово видно, как оно отображается на самом экране. Ну, собственно, это и есть весь функционал на текущий момент, но он, скорее всего, будет развиваться.